Друзья, всем привет! Актуальная проблема для водителей – это грязный мокрый коврик в салоне автомобиля. Особенно это проблемная часть у водителя. Поэтому как нужно быстро решить эту проблему, а самое главное – недорого, я вам покажу в этом видео. Лайфхак для вас. Ловите. Поехали! Первым делом нужно аккуратно этот коврик извлечь из автомобиля, чтобы не пролить воду, которая сейчас есть на этом коврики аккуратненько вытаскиваем. Так, для начала нам нужно помыть наш коврик от грязи, чтобы, ну, не замораться, в общем, проще так сказать. С обратной стороны у нас чистый, но самая у него больная проблема как раз вот эта лицевая сторона, где у нас идет непосредственно соприкосновение с грязью, с ногами. Ну, сейчас будем это все мыть. Так, коврик мы помыли, теперь он у нас чистый, вот такой вот у нас чистый, красивый, и сейчас из него мы будем делать новый коврик, вот из этого вот материала. Это универсальный коврик с такими вот сотами, который продается в магазине Leroy Merlin. И сейчас с помощью этого коврика, короче, нам нужно сделать идентичный коврик, автомобильный коврик. Для автомобиля, в общем. Как это делается? Берем этот универсальный коврик. Так, сейчас Диана нам принесет фломастер. Переворачиваем его. Переворачиваем наш коврик. Любой, да. Переворачиваем наш коврик и ложим сверху. Так, ложим его так, чтобы нам как можно меньше нужно было отрезать. Ну, то есть выравниваем все края. Обводим контур старого коврика на универсальном коврике и потом по этому контуру будем просто пойдет? Вырезать. Вот, ручка пойдет. Так, хорошо, ладно, ручка пойдет. На, держи сейчас. Вот таким вот образом мы обводим наш старый коврик. И здесь вот у нас есть очертания нашего старого коврика. И сейчас с помощью ножниц, либо канцелярского ножа, нам нужно вырезать этот шаблон. Режем. Вот у нас получился коврик. Как ты думаешь, все-таки может разделить? Давай разделим уж. Было разделено, пусть будет разделено. Так, ну что ж, вот точная копия нашего коврика. Коврика. Только немножко части не хватило. Немножко меньше, потому что он сам по длине короче. И теперь нам нужно померить этот коврик в машине. Поехали! Так, вот такой вот здесь небольшой бардак у меня в машине. Грязь. Еще, походу, с прошлого лета осталось. И теперь засовываем коврик на место. Сел. Нормально. Так, ну что, смотрим. Он небольшой скользкий такой, но в принципе нормально. Работает. Достает все. И тут место для левой ноги тоже присутствует. Так, ну, нормально. Сел как родной. Все сидит, все прямо по контуру, как и должно было быть. Ну что ж, вот у нас уже эксперимент со снегом. Вот так.
запихнем, сделаем. Ну вот, когда снег растает, он в этих сотах останется водой. Потом мы коврик просто достанем и эту воду из соты вытряхнем. Так, ну в принципе все, зачетно. Лайфхак вам на будущее. Все, на этом у меня все. Всем спасибо, всем пока.